Анастасии, ей 15 лет уже. И стоит она железно на очень важном рубеже. Пишет разные законы, чтоб наш рынок защитить. Инвестиции и тарифы, ей зачем ему следить? Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты знаешь все о конкуренции. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты знаешь все о конкуренции. Время диктует новые формы. ФАС создает цифровые платформы. С рынка лекарств и продуктов питания изгнали картели, другим назидание. Связь для людей подешевела. Каждый задумался, в чем же здесь дело. Роуминг двух видов был отменен. Принцип нейтральности ими внедрен. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты знаешь все о конкуренции. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты знаешь все о конкуренции. Принцип инфляции, минус нам важен. Он сдерживает владельцев нефтяных скважин. Гибкий тариф на перевозку по видам. Стало прозрачно выдача кредитов. Банки все строго стоят в строю. На рынке ОСАГО конкуренция в бою. Страховщик перестал навязывать услуги. Кто выиграл от этого? Мы люди. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты знаешь все о конкуренции. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты знаешь все о конкуренции. Миссия ФАС неоценима. Свобода конкуренции, в этом экономия сила. Мир ставит перед вами большие задачи. Дерзайте, решайте, успехов, удачи! Oh yeah, baby.